Mucho más lorki желает. Всем доброе утро. Вот так вот сегодня Макс помогает, что-то он прям... Знаете, когда у меня муж уезжает, очень странно начинается, Макс выползает, он сидит, он спит рядом со мной часто, он спит на диване, а когда муж дома, ну, видимо, он шумный, Макс на втором этаже тусуется в основном. Чуть мне сегодня опять голос сел. Непонятно, что-то происходит. Вчера я ничего не погладила, а сегодня я буду гладить и с вами болтать. Пока сейчас лежала в кровати, читала ваши комментарии, и там есть некоторые вопросы интересные, про которые могу порассуждать, подумать. Ну, я такая сейчас немножко чуть опухшая, кажется, да? Похоже на то? Потому что у меня есть оправдание. Декстер меня прям с утра расцеловал, и у меня начали глаза чесаться. Надеюсь, сейчас это пройдет. Пойду себе пожарю яйцо на завтрак. Сейчас получаю снова сообщение, что у меня там момент ускоренной музыка не играет. Проверяю, не понимаю, что такое, что-то прям в Final Cut не сработало. Ну, то ли я удалила этот трек, он там остался, пока он сохранялся. Да? Ну, как-то очень странно. Второй раз у меня такое уже случается, и мне очень обидно. Я же музыку подбирала, искала. Что приятная была. Буду обращать внимание, наверное, заранее. Ну, неожиданно, неприятненько. Вот, а я сейчас сижу, кое-какой кусочек монтирую, что мне вам показать. Это я вам попозже покажу. А потом буду гладить и с вами поболтаю. Ну что, я тут свет выставила, потому что у нас темнота такая, иначе меня совершенно не видно. Буду сейчас гладить, вот взяла телефон, читать буду, что вы мне тут написали. Даже микрофон повесил, чтобы вам было меня хорошо слышно. У вас такой классный ритм жизни, спокойствие, свобода, и главное, каждый день вы проживаете из своих желаний. Понимаю, что к этому нужно было прийти. Меня очень вдохновляют люди, которые разрешили себе жить в удовольствии. Расскажите как-нибудь видео, какой была ваша жизнь раньше, возможно, в те времена, когда не было финансовой возможности расслабиться. Спасибо. Так, какая моя жизнь была раньше? Естественно, я рассказывала, да, что было время, когда не было денег. Сейчас свет включу. Но тогда, в то время, у меня не было ни за кого никакой ответственности особенно. Не знаю. Меньше уверенности, наверное, было. Естественно, что дают деньги, так это уверенность в завтрашнем дне, свободу выбора. И это очень много. Поэтому, когда говорят не в деньгах счастье, нет, правда, не в них, да, в счастье в том, что они дают. Какая была моя жизнь? Что-то я хотела конкретно рассказать. Знаете, я помню, что я очень сильно за это не переживала. Что у меня нет денег. Я, конечно же, себя чувствовала менее уверенно, но я все время понимала, что они, ну, все равно будут. Что это временная ситуация такая, знаете? И в итоге мы же получаем только то, во что верим. Вот я верила, что все будет хорошо у меня и с деньгами, и со всем остальным. И в итоге так и стало, когда говорят, что все мужчины козлы, да? Ну, есть же такое, женщина говорит, все мужчины одинаково козлы. Ну, такие будут встречаться, да, такая как установка. У меня разные были ситуации, ну, разные бойфренды, какие-то похуже, какие-то получше. За самого лучшего я вышла замуж. Но я никогда не говорила, что все мужчины козлы. Может быть, отдельный какой-то козел, но не все, все равно все разные. Дальше я что-то не знаю, что рассказать, какая была жизнь. Наверное, как у всех. Я снимала
как у многих, я снимала тогда квартиру в центре города с подружкой. Сначала с одной подружкой, потом с другой подружкой. Потому что в центре города иначе, ну, дорого квартира стоит, конечно, одной снимать. Работала, ходила на работу. И вот и тогда я поняла, что я стала чувствовать себя несчастной. Потому что, приходя на работу каждый день, думаешь, неужели это я вот так вот жить буду всю жизнь? Всю жизнь вставать и ехать там к 9 на работу. Сидеть там, вот главное досидеть до 6. Даже если ты уже все сделал, ты не можешь уйти раньше. Ну, потому у меня еще такая работа была, могли зайти там, как менеджер по персоналу, могли зайти там поговорить, что-то спросить, еще что-то. И вот, это вот, вот эти вот рамки меня, они ужасно делали несчастной. Потом я стала чувствовать, что все, что я делаю, все эти отчеты, таблички, так вообще кому это нужно? Как будто бы какая-то ерунда. И я в основном занималась КДП, это кадровое дело производства, трудоустраивала вот именно все по документам, чтобы все было по закону. Мне стало казаться, что закон там такой глупый, и никто вообще его не соблюдает, все равно пытаются обойти там. Ну, стало мне все это очень не нравиться. И я тогда уже встречалась с мужем, мы уже тогда даже жили вместе. Да, мы уже жили вместе с моим будущим мужем. Я просыпалась с утра. Я, представляете, просыпалась на работу. У меня прям вот такой сразу упадок, что я вспоминала, что мне надо идти на работу, у меня такой упадок. А еще, знаете, офис был, я работала на хлебозаводе, и там не то, чтобы ты приходишь в какой-нибудь классный офис красивый, да, все вокруг тебя красивые, ты приходишь на хлебозавод старый, там... Мой основной кабинет, один из, там, я в несколько заводов ездила, на несколько заводов работала, и один из кабинетов, где я проводила время, он вообще находился так полу под землей, знаете, окно было вот так вот сверху, к нему еще лестница была к этому окну, это ужасно грустно, и ты проводишь там целый день в этом страшнющем здании. Я стала просыпаться чуть ли не в слезах. Я помню момент, когда я решила, когда я... Ну, уже, понимаете, уже человек несчастный, да, выгорание по полной. И тут мне приходит еще новый какой-то проект, новое задание на работе, типа, Настя, давай сделаем, ну, там, что-то нужно сделать. То есть мне нужно сесть, подумать об этом, да, мне нужна какая-то для этого мотивация, понимаю, что у меня никакой нет. И я расплакалась, я поняла, что я просто так больше не могу. Я, честно говоря, все время к себе довольно нежно относилась, и у меня не было такого, что... Давай, паши, там остальные что-то делают. Ну, я вот, если я чувствую себя плохо, я чувствую себя тогда плохо. Мне себя жалко становится, знаете. И я думаю, ну почему же, почему моя жизнь такая должна быть несчастная? И я потом поговорила с Ярмом. И он сказал, ну не нравится. Ну как бы, давай, уходи. Мы как-нибудь проживем без твоей зарплаты. Вот, и я в течение месяца, наверное, мы искали замену, потому что нужно было 2 человека, так как вот я на 2 завода ездила. В итоге 2 человека взяли, и через месяц меня отпустили. Я такая, свобода, помню, что, да, это... Почему я сейчас не могу думать о том, чтобы мне ходить на работу, потому что для меня это было такое выгорание, такой негативный опыт долгий. Но у меня еще начальница была... Не самая непосредственная, мы с ней дружили, да, вот, которая конкретно за наш отдел отвечала, а которая у нас директор была, она вообще была просто... Просто до сих пор я не могу ее спокойно вспоминать, она мне может сниться в страшных снах, в страшных снах. Это было просто вынос мозга всем. Она, ну, какая-то не в себе. И было с ней, конечно, действительно очень тяжело. Вот, поэтому у меня, к слову, работа, аллергия. Не хочу. Не хочу. Хочу только на себя. Вот что кому-то что-то должна сделать, для меня прям сразу уже такое отторжение. И после того, как я ушла с этой работы, я стала заниматься Airbnb. У меня подружка как раз вот уехала в Дубай. Я стала ее квартиру сдавать, декорировала там ее. Интересно это было. То есть там стала, в принципе, зарабатывать столько же, сколько я зарабатывала в офисе.
удивительно казалось, но это, конечно, там еще было и лето, сезон, но все равно. Вот. И после этого я думала еще, в общем, у меня были планы такие на Airbnb что-то с этим делать, потому что я знала, что я больше не хочу работать ни в каком офисе. Ну и потом выяснилось, что мы уезжаем в Швецию, поэтому, естественно, я там все оставила, приехала в Швецию и стала через какое-то время заниматься YouTube'ом. Не ради, тогда я еще даже не думала о том, что я буду это развивать как бизнес. Мне было очень страшно даже, что ко мне много подписчиков придет, много людей будет смотреть, а вдруг не понравится. Мне очень важно было, естественно, одобрение своей аудитории. Это нормально, это всем важно, иначе это, мы живем в социальном мире, конечно же, нам нужно это одобрение. Да, потихонечку сначала там несколько людей, самые первые смотрели, говорили, ой, Настя, классно, молодец, я так радовалась. Потом же, после какого-то новогоднего видео, вот многие из вас как раз с него со мной, больше людей пришло, потом, ну, так вот потихоньку стало развиваться, и я подумала, что вообще-то так еще и зарабатывать можно. Это же мечта, хобби, которое приносит тебе доход. Так что у меня большие планы, моя карьера как раз это YouTube. Ну и, конечно, мне очень помогает, что мне не нужно думать о деньгах, о том, что где найти там деньги, чтобы заплатить за квартиру, не знаю, купить еду или еще что-то, так как муж любит работать. Спасибо ему за это. Такой долгий ответ. Не знаю, примерно рассказала то, что хотелось услышать, или что-то было конкретное, может быть, какая моя жизнь была раньше. Ну, вот примерно такая. Кредитные карточки у меня тоже были, которые я с деньгами очень плохо обращаюсь, поэтому мои кредитные карточки погасил муж. Потому что я не умею иначе. Не знаю, как это другие делают. Это просто молодцы, организованные люди, а я как-то нет. Дальше у меня вопрос был. Расскажи, делала ли уколы красоты? И было бы интересно узнать, что именно. Да, делала, но это уже... Прям давно я уже не делала. Я один раз делала губы. Ну, там буквально, по-моему, мне 0,5 миллилитра вколол. Это... Мне где-то была фотография. Мне было очень больно, я боялась этой боли. Я попросила ему сделать мне стоматологическую анестезию. То есть он меня обкалывал десну вот так вот, чтобы заморозить губы. И когда эта анестезия стала отходить вечером, мои губы, я думала, они взорвутся просто. Это прилив воды. Они были вот такими вот просто пельменями. Я так смеялась. Ну, я, естественно, ему посылала фотографии косметологу. Он говорит, все это нормально, это анестезия. На следующий день действительно этого уже не было. Конечно же, прикольный такой эффект более полных губ немножко, да, такие. Я бы, может быть, и снова сделала, но просто от того, что это так больно, я что-то не готова терпеть эту боль. Я даже думала, сделаю. И вот просто я сяду к косметологу в кресло, я сбегу. Мне больно, мне губы очень больно, даже тоже было больно делать. Делала филлеры в скулы, но это тоже было лет 5 назад. Все, естественно, прошло, может быть, осталось только фиброз какой-то. Даже эту самую, как ее, носогубную складку заполнял этот же косметолог. Почему я делала... Я вообще сначала к нему пришла, я хотела сделать, типа, биоревитализацию, чтобы здесь, ну, как бы, расправить морщинки. Он говорит, чтобы здесь расправить, нужно просто поднять, значит, скулами, ну, тогда расправится все вот это вот. Он мне поднял. Ну, прикольно было, скулы, конечно, лицо немножко меняется, не твое получается. Ботокс делала, аж в шею кололи, потому что у меня здесь активная очень часть. Сейчас я приду. В общем, и активная очень часть, подбородок, вот эта шея. И чтобы это не двигалось так сильно, не делало морщин, он мне просто обкалывал все лицо. Когда говорят, что в нижнюю часть ботокс не колят, все колят. Это не единственный доктор, который колят. В шею колят, это расслабляет мышцы. Правда, потом сложно качать пресс, потому что невозможно держать голову, эти мышцы не работают. Колола ботокс в губу, вот сюда, вот вверх, в внешнюю часть.
чтобы ее как бы расправить и тем самым немножко увеличить. Эффект очень прикольный, то есть выглядит на самом деле классно, но это было так смешно. Когда начал действовать ботокс, я ехала в машине, я набрала в рот воды из бутылки. И знаете, я обычно набираю в рот воду, а потом я держу вот так вот и начинаю глотать. То есть там много, например, сделаешь так. Но когда у тебя вот здесь вот заморожено, не эта вода там не держит. То есть я пытаюсь так держать, а она просто вот так вот выливается из меня. И зубы чистить тоже очень неудобно, практически невозможно. В общем, это было смешно. Ну, естественно, в лоб, все такое. Сейчас я не хочу больше колоть ботокс, я не вижу, что это как-то омолаживает, да, это расслабляет мышцы, убирает. Но лучше уже делать массажи. Вот у меня, например, здесь такая сильная мышца, которая, я постоянно ее напрягаю еще, и она прям заломом. Я пытаюсь просто ее так расслабить, чтобы она больше не появлялась. Ну, в общем, не делать такую эмоцию, может быть, обращать на это внимание. Вот, и мне такой подход больше нравится, чем колоть что-то, потому что это даже придает возрасту. Вот сколько я наблюдала, все вот эти вот филлеры и скулы, и вроде бы подняли, да, и тургора там придали коже. Вот все филлеры и ботоксы взрослят, точно придают возраст, это видно, и это сразу распознается просто на интуитивном уровне, и все, и... Привет, плюс 10 лет. Ну, это вот то, что я вижу моими глазами. Все люди, которые делают такие процедуры. Поэтому я перестала это делать. Ну, еще потому, что мы сюда переехали. Здесь другая жизнь началась. Я тоже очень поменялась. Дальше еще вы спрашиваете, как празднуется Рождество. В Европе Рождество празднуется ужин 24 декабря. А в Англии обед 25 декабря. То есть само Рождество 25 декабря. Но мы здесь празднуем канун Рождества и вот ужинаем. А, вот еще тоже интересный. Можешь порассуждать на тему, как все успевать. У меня каждый декабрь очень напряженно проходит, ломается все, планирование времени, и от этого я очень плохо ментально себя ощущаю. На работе всегда самая горячая пора закрытия года, планирование бюджета, отчетности и так далее. Надо успеть все сделать до Нового года, купить всем подарки, встретить со всеми друзьями, чтобы никого не обидеть, провести время с родителями. Очень не люблю не сдерживать обещания, и в декабре как раз такое случается из-за нехватки времени, либо из-за моего неправильного планирования и загруженности. Чувствую приступы тревоги в декабре, а хочется насладиться этой предновогодней атмосферой. Каждый раз очень стараюсь этого избегать, но все повторяется. Если ты сталкивалась с подобным, рада, если поделишься. Да, знаете, когда жила в России, постоянно что-то начинаешь планировать, ой, нужно все успеть, ты куда-то бежишь, а тем более там еще времени занимает, ну, по крайней мере, в Петербурге и в Москве, очень много времени занимает на дорогу. Да, в принципе, и здесь можно тоже напланировать себе и потом не успевать. Что я стала делать, это просто так много не планировать. Вот смотрите, вы пишете, да, я не хочу, не надо встретиться со всеми друзьями, чтобы никого не обидеть. То есть вы их не обижаете, но себя в это время обижаете. Самое важное, это ваше внутреннее состояние, чтобы вам было спокойно, хорошо, чтобы вы не нервничали, потому что это и есть ваша жизнь, а иначе какой смысл? Так что если вы чувствуете, что вы не успеваете, скажите, я постараюсь, я точно не знаю, да, ну не обещайте просто. Много работы. Что у вас в приоритете? То есть работа, если вы работаете, вы не можете сказать, сделаю в следующем году. Да? То есть вам нужно это сделать. Получается, что это в приоритете. Отталкивайтесь от этого. Делегируйте, может быть, какие-то вещи, которые вы сами понимаете, что не будете успевать. А если не получается ни делегировать, ни самой успеть, просто не делайте этого. Просто скажите... У меня не получается, я не успеваю, значит, я буду делать это по-другому, попроще, и все. И вот не все. И вы когда почувствуете, насколько проще становится ваша жизнь, просто потому что вы себя не нагружаете какими-то ненужными организационными моментами, прям, например, нужно еще успеть обязательно выбрать новое платье, вот, но не успеваете никак. Да не выбирайте новое, идите в старом, и все.
оно того не стоит, новое платье. Ну, грубо говоря. Не успевайте встретиться с друзьями в декабре, встретитесь с ними потом в январе, когда будет попроще. Ну, нормальные друзья поймут это, когда ты просто не успеваешь. У тебя слишком много других дел. Просто позаботьтесь о себе. Кстати, вот этот пиджак, который я сейчас глажу, я сдавала в химчистку, я на него пролила, ну что-то пролила, какой-то напиток, прям были такие пятна. Сдала в химчистку, мне его вернули с катышками и с пятнами. Я его думаю, ну ладно, постираю я его в машинке. Если с ним что-то станет плохое, не выдержит, ну не выдержит. Как бы не вариант же с пятнами ходить. Вы знаете, он выдержал. Ну, по крайней мере, одну стирку он пережил вполне себе. Надо только катышки убрать, которые мне в химчистке наставили. Я офигела. Мне понравилась эта химчистка. Так, что вы мне еще писали про корм для кошек? Мне тоже написали. Настя, не хотела бы ты перевести их тогда уже совсем на натуралку? Ну, честно сказать, например, как говорят, лучший враг хорошего. Мы нашли хороший корм, и, возможно, натуралка лучше, но Дженни, например, не ест натуралку, ей не нравится. Я когда пробовала покупать холистик, да, там же очень хороший корм, там состав замечательный. Никто из них не хочет, а Дженни тем более. Она вообще на такую натуральную еду, знаете, так смотрит. И, возможно, можно перевести там потихонечку, что-то придумывать. Но зачем, если нам этот корм подходит, и он хороший, они себя хорошо чувствуют. Так, что-то у меня там было еще интересненького. Вот, да, хочется вернуться снова все-таки к этому. Наверное, у многих такое, что декабрь, я ничего не успеваю. Прям не успеваю, и все. Главное, расставьте приоритеты, что вот эти вот вещи, три вещи, самое главное, которые вам нужно сделать. Это там работа, это, не знаю, купить подарки своим родным или друзьям. И все. Ну что еще? Не успеваете приготовить ужин? Закажите доставку. Не успеваете наготовить 10 салатов? Сделайте 5. Ну, отрежьте. Просто потому, что вы не успели. От этого хуже праздник не будет. Я помню, как мы готовились все время к праздникам у нас дома. Это день рождения или еще что-то. Такая была суета. Мама такая: Настя, давай скорее сюда. Значит, это надо сделать. Так, все, нет времени. Вот это вот, даже в фильмах мы это можем видеть. Это прям очень традиционная такая подготовка к праздникам, суета. И могут даже разругаться иногда люди, что прям вот кто-то что-то медленно делает. А какой смысл? Праздник, он есть в том, чтобы просто расслабиться, получить хорошее настроение, хорошее время провести со своими родными, близкими, друзьями. В общем, с тем, с кем хочешь, не обязательно даже с родными, если с родными не хочется. С людьми близкими. И все. Как вы это сделаете? Это вообще только ваш выбор. Главное – ваше спокойствие, ваше внутреннее состояние. Просто про это никогда не забывайте. Только вы начинаете вот это вот суетиться, сразу подумайте, а это стоит моего внутреннего состояния, моего внутреннего спокойствия? Это стоит того? Если стоит, то окей. Скорее всего, не стоит. Еще вопрос был про то, как отапливается наш дом. Такая смена темы. Сама не знаю. Вроде бы воздушным методом. Откуда-то идет теплый воздух. Поэтому мне иногда кажется, что он идет холодный, наверное. Откуда он идет? Я не нашла. Ну, еще и полы теплые есть в прихожей и на кухне. А может быть, даже в зале. В зале теплые полы, по крайней мере. Я вот в некоторых домах была, там наступаешь без тапочек на пол, и холодно. У нас теплый. Но не горячий, да? Ну, как-то так. Как-то волшебным способом отапливается. У нас просто вот между гаражом и домом техническая комната. Там вот эта вот стоит большая машина, через которую все контролируется, управляется. Вот. И про нашу кровать. Состоит ли она из двух частей? Да. Получается, две кровати соединены вместе одним большим матрасом сверху. Сверху двух кроватей один большой матрас. Причем этот матрас тоже, знаете, разной жесткости. Одна сторона жестче, на ней муж спит, потому что он тяжелее, ему жестче нужно, а моя сторона мягче. Вот, и сверху этого большого матраса еще более тонкий матрас такой, ну, чтобы комфортно было. Вот. Вроде на все вопросы ответила.
Тем временем, пока я глажу одежду, муж едет в аэропорт. В этот раз он выехал за 4 часа сегодня. А сейчас мне позвонила мама, сказала, что там такой коллапс вообще с этим снегом, что очень-очень-очень долго ехать. Но вчера он доехал за 2 часа. Я думаю, что сегодня он успеет. Держу пальчики крестиком, чтобы он просто успел на самолет сегодня. То это уже будет просто перебор. Съездил, называется, в командировку. Он туда поехал, на самом деле, по делам. И все. И не выбраться. Вот. А я все эти выходные, как вы заметили, просто провожу дома, потому что, как я вчера сказала, выезжать не очень продуктивно. Много людей, и декабрь тоже у нас суетливый месяц. Все пытаются купить подарки. Вот, кстати, тоже подарки. Сейчас уже. Просто закажите онлайн. Прямо сейчас. Даже не едете в магазин, если у вас нет времени. Не стрессуйте себя вот это вот ходить, ждать очереди и все остальное. Закажите все онлайн. Еще есть время, чтобы все пришло. Я уже купила подарки мужу. Осталось купить какие-нибудь подарки свекрови и свекру. Я, конечно же, спрашиваю, когда ярмарка, говорю, что им подарить, он не знает. Он такой, да, хороший вопрос, я тоже не знаю. И я не знаю. И вот надо что-то придумать. У вас есть идея? Что вот вы будете дарить своим родителям или родителям своего мужа, своей жены? Какие у вас идеи? Может быть, что-нибудь мне подскажете? Потому что я даже не знаю. Их, если их спросишь, они скажут, нам ничего не надо. Ну как не надо? Все будут получать подарки, а вам нет. А со мной вообще все очень просто, знаете. Всем очень просто дарить мне подарки. У меня есть виш-лист. Зашел, выбрал, подарил. Я очень удобный человек. Вам тоже советую так делать. Я просто создаю в заметках новую тему. Называется «Мой виш-лист» в айфоне. Это я знаю, только в айфоне работает, не знаю, как на других смартфонах. Приглашаю туда, в эти заметки, моего мужа. Еще, если кого-то надо, кто хочет поучаствовать. Вот. И туда добавляю сама такая, что-нибудь нашла красивенькое. Хоп. Ссылку, размер и цвет туда все написала, поставила. Я говорю, ну, как бы это для меня. Я как, ну, просто чтобы я не потеряла. Я потом готова буду это купить, потратить деньги, я зайду и куплю. Вот, ну, конечно же, если вы хотите мне подарить, вы можете мне это подарить. Ты мой сладкий заяц. Ты мой хороший. Знаете, как важно разговаривать с котиком? Вот вы что-нибудь делаете? Говорите, говорите, какие молодцы, разговаривать. Вот это вот общение очень важно. Извините, дураки, ну и спать. Ты такой молодец, Максик. Вот так, ты, да, Максик, все равно. Удивительно, что так с ним бежит. Моя зайка. Мой сладкий. Котеночек. Котеночек. Ой, какой сладкий котеночек. Да. Ну что это? Что за прелесть прелестная? Ты моя зайка. Ты зайка. Ты зайка сладкая. Ой, как тебе приятно, да? Как тебе приятно, Макс. Как приятно тебе. А делать, кстати? Потому что собралась съездить, мол, в Скандинавию, посмотреть кое-что и, может быть, поесть там что-нибудь вкусненького.
Сегодня мой завтрак был такой, знаете, уже совсем ленивый. Яйцо, фасоль на хлебе пустом. Чему сладенький тут такой? Да, даже Дженни на ласку откликнулась. Дженечка, ты моя девочка сладенькая. Да, кто мамина девочка? Можно погладить? Нет, не хочет. Спит сладким сном. Ты мой заяц. Максюшка. Ты мой сладкий. Да кто такой сладкий? Это что за сладкий мальчик? Саюшка. Вот мои зайчики, сладкие три поросенка. Ну что, я готова. Вся я такая беленькая, бежевенькая. Вот будут бы эти, блин, настоящие карманы только. Так хочется руку туда засунуть. Обожаю карманы на брюках. Но, к сожалению... Слушайте, а может они... Слушайте, они настоящие, секундочку. Та-дам! Ребята, если бы вы мне не сказали, мне написали вот как раз в комментариях. Настя, проверить ли внутри есть карман? Я такая... Да нет там кармана, потому что, вы знаете, застрочено было так намертво. Обычно там такая хлипкая ниточка, и можно рукой просто сделать. Тут я мучилась ножницами, но зато у меня есть карман. Я обожаю карманы на брюках. Все. Я готова. Поехали. А я зашла в мебельный магазин посмотреть, что тут есть. Интересного, может быть, с декора. Это вообще очень популярный магазин здесь, в Швеции, Мио. Наш диван, кстати, из этого магазина. Но наш диван я тихо ненавижу. Точнее, уже не тихо. Я, по-моему, всем об этом рассказала. Я очень хочу другой диван. Но пока нет причины на это. Ну, типа, этот съемный дом. Вот переедем свой или купим это. Тогда будем делать. Сейчас пока... Это же временно тоже покупалось. Специально не брали какие-то дорогие... Какую-то дорогую мебель, потому что... Чтобы было легко продать потом при переезде, либо просто отдать. Вот, так что. Кровать у нас, кстати, не отсюда. Здесь что-то никакого декора нет. По-моему, вообще этот магазин только открылся. Его раньше не было здесь, мол, в Скандинавии. Ничего новогоднего, просто мебель. Ладно, дальше пошли. Пошлите, зайдем в Оленс. Тоже... Это шведский магазин, сборник разных брендов. Здесь продаются и одежда мужская, женская, и для дома разные штуки, косметика. Кстати, какая подушечка симпатичная, приятная даже на ощупь. Что-то еще к Новому году, то, что никогда не появится в моем доме, да, потому что у меня кошки. О, веночки тоже классные. По-моему, я здесь оленя покупала когда-то. У меня какой-то такой, только лежачий. Есть. Вот это носок. Такой, для подарков. Вы меня... Кто-то меня просил показывать более подробно, что тут продается. Вот. Что у нас есть. Красиво, но что-то они какие-то все это погнутые. Хочу, кстати, новые полотенца купить. Такие, потому что у нас они все разноцветные. Хочу такого типа цвета, но немножечко другого. Вообще в Заре видела онлайн. Надо мне зайти и посмотреть. По-моему, только здесь в этом магазине есть Зара, но, по-моему, этих полотенец там не было. Надо подняться сейчас на этаж повыше, посмотреть. Какие пледы приятные. Такие вот летние хэбэшные. Классные.
А я зашла в такой ресторан, здесь есть буфет, а есть еще приложение. Значит, точнее не приложение, а сайт просто открываешь по QR-коду. И по QR-коду такому, в смысле, просто, который отправляет вас на сайт. И можно выбирать, что хочется есть, например, мисо-суп. Пожалуйста. Все это положили, оплатили и поели. Сейчас буду пробовать, я здесь впервые. Ну и мой ужин на сегодня такой. Вообще, вот так все это место выглядит. Что же, я пришла домой. Первым делом, самое важное, покормить кисунечек. Они меня, естественно, ждали. Да? Чуть-чуть осталось, пару крошечек, конечно, но... Не делай это. Давай, Декстер, сначала тебе. Пожалуйста, Дженни, теперь тебе. Дженни, вот сюда. Максик. Декстер самый активный. Он знает, что со всем этим делать, остальные пока адаптируются. С новой информацией. Давай. Помните, я рассказывала, что у меня вот такие вот посудины, несколько штук. И все, не знала, что с ними делать. И решила, что раз они просто так стоят, что пусть они хоть одна из них глубоко работает, как... Красивая миска для Дженни, для воды. Ой, Дженечка, все, отошла, иди ешь. Она не может начать есть, пока я не уйду вообще. Вдруг я ее потрогаю случайно. Что, ребята, на этом я буду с вами прощаться. Время сегодня вообще припозднилось, приехала, время 9 вечера. А у мужа задерживают самолет вот уже больше, чем на час. Уже, ну, в общем, надеюсь, что он сегодня долетит и не заночует в Финляндии. Жду его, и к его приезду уже закончу, но там уже и спать будет пора. С вами увидимся завтра утром. Пока-пока.